Опа! Чё ты меня ранил, бля, кому? Ты меня ранил? Руслан, ты меня ранил? Ой, я упал! Иди сюда! Еще один, давай еще! Еще одного не хватает! А, уебись он обком башкой! Подождите! Все! Здорово, братка! Как дела? Нормально, ты где проползал? Я в надо сюда. Чего ты приходишь-то? Да задолбал, бля, времени нет пока. Работай нахуй, работай нахуй. Че с щекой? Да у меня собака села. Собака? Да. Ты сейчас бешеный, что нет? Укол поставили и пусто. Поставили, пусто походил нахуй. Сейчас кидаться начнем, вот пойду. Собака села. Ну надо, такая-то. Плюшевая. Не бультерьер нахуй. Бури, дай, братишка. Ротфеллер, что ли? Как... А, не ротфеллер, не бультерьер. Стафашир. Сейчас погонял, скажи. Стафашистский терьер. Став? Нет, бля, такая. Такая худа такая. Такая худа такая. Гладкошерстная и такая мышцатая, мышцатая такая. Гончая, борзая? Нет. Ну типа того. Она, бля, лизала, клуб такой. Кусанула маленькая. Мясо почухало. Давай сигарету. Кусанула меня, сука. Ты что, с работы, что ли? Да. Что там было с этим персонажем-то? Кто это такой вообще? Где? Вот он. Да я хуй нахуй мне нужен вообще нахуй. А нахуй ты к нему подошел-то? Поднял человека, заебал, бля. Мы тоже подняли его. Ну, может, что-нибудь упало у него. Нет. Все правильно? Нет. Закон джунглей. Нет. Ну, это и то, хули. Конечно. Одновременно. Не без этого. Покурим. Одновременно, хули, а хули нет, бля. Че, молочок, уешь? А че, на, подожди. Да молчи, ну, и сухи. Фупа! Я испугался, блок поставил. Я тебя не видел, бля, хуй. Блядь, хуй знает, сколько лет. Болевой ему делать. Нет, что ему делать? Нет, нормально, мужик. Человек ему нормально, вообще. И, блядь, продвигались неплохо, ёпта, в своё время. Да, нет, нахуй. Это не к тебе? Кто? Это Санёк, смотри, это не Санёк, нихуя. Нет, персонаж. Нет. Это другой персонаж. Это не Женя? Это не я, не Женек, не. Пантелей убил, в курсе нет машины. А, этого, Лёха-то? Нет. Курсы. Курсы? Да. Мы 7 утра бухали, блядь. Чего это? Да. А вечером, блядь. Мне это Адар сказал. Мне на следующий денег сказали, блядь. У меня агентура мне тоже тишина. Ты такой-то, чего он гонит-то? Наркотики? А нахуй не нужен, блядь, наркотики. Вчера видел солевого одного, слышь, заебал меня, блядь. Отвечаю, доебался ты, блядь. А я такой. Прикол. Подожди, дай я расскажу. Прикинь, подбегает ко мне и говорит, он мне говорит. Он опять туда, короче, пошел. Он вообще не уйдется. Да пошел пизду нахуй. Ну как клоп, ёпта, клопы же только вперед идут, назад не ходят. А что про солевого ты там говоришь? Про солевого, что там? Солевой, короче, подбегает ко мне, вот так встает, прикинь, вот так. Я просто иду, вот так они вот так подходят. Слушай, сзади мусорами. Да хуё, блядь, вообще! Нахуя срываю место? Да, я голову поворачиваю. Я говорю, нет никого, ёпка. Нет никого, блядь. Слушай, ну. Покурим, да? Я курим. Ну, короче, а там у меня постройка же. Видел же во дворе одноэтажная вот эта. Он на крышу туда залазит, короче, прикинь. Ложится нахуй на крышу. Вот так вот руки делает, короче, понял, и лежит. Я стою, курю. Загорает, нахуй. Я курю, стою, да, мне похуй, хули. Я похмелился, все нормально. Персонаж, братан. Ну нахуй нужен, блядь. Он был банк себе, нахуй нужен, блядь. Ну и все. Стою, курю, думаю, что будет дальше-то, ёпта. Его кричу, слышь, родной, может, ты оттуда спустишься, ёпта, хоть ты там лежишь, ёпта, день на дворе, блядь, прикинь. Вот такой же, блядь. Палило. Тебя сейчас палят быстрее, нахуй, ёпта. Он говорит, я не спущусь, нахуй. Я говорю, ладно. Я говорю, ладно, что тогда? Он говорит, дай воды попить. Я говорю, где я тебя выебушу? Ну, что тебе, блядь, ну, давай посуду буду купить, я говорю, ебай, нахуй. Ой, труба, блядь. А прикинь, что делает? Китайские 1000 рублей кидает мне сверху с крыши с этой ебаной. Вот он на крыше. Иди завод, какая-нибудь, короче. А я говорю, дайте мне воды, короче, все. Ну хули, у нас же магазин там рядом. Я там магазин же рядом. Я магнит, короче, полторашку беру. Я хуй наверх его закидываю. Я говорю, может тебе сухари там подкинуть сразу? Побахнем, что ли? А что нет, да? Ну, пиво есть запить, эту записку. Слушай, мальчишка, вообще это. Что нормально все. И все, короче, прикинь.
Я что, не могу, блядь, стоять, нахуй, всю жизнь, блядь. Когда его отцепят, хуй его знает. Я хочу, слышь, давайте лучше водки возьму, нахуй, чтоб тебя отпустило. На штуку-то хули, конечно, можно, да хуя водичку. Все, пошел, взял ему чуку. Нахуй ему, да хуя, пошел нахуй. Я в его. Давай. Ты что, приобулся, смотрю, да? Нормально что? Все? Экипировался? Мне кажется, вообще деловой начал. Алёса, у тебя не поёт? Я постоянно меняю. Английский стиль какой-то, блин. Мяу. Ты сейчас работаешь, что ли? Да. Я работал как? Смотри, там вообще очередь у них, да, блин? Очередь, конечно, что. Ну, блядь, закрывай, отвиши. Братушка, чипсы мы твои уж маленькие, при этом. Да кушайте. Пригубили. Я же работяга, еще тот накрытый. Мне хуй палку берешь? Ты мне это хули рассказываешь, вот ты ебал, блядь. Мне в лагере палки били, да? Я не знаю. Пиздец, я натуре, блядь, поднялся такой. А? В Ленинск каком-то, захожу на какой-то. Какой режим, общий, что ли? Нет, да, общий. Общий? Скажу, что бы, а чем там, на каких с мечом там? Косопузы? Да. Кого знаешь, кого не знаю, Рай Четким пришел, ну, Сережки-то. Такой, чё, где моя шконка делает, чё он такой дела пот? Да. Пиздюк, что ли, был? Да не пиздюк, я на воздяк пошел нахуй. Не пиздюк, я в лагере не был этого. И вот там, ну, десятки там прям. Я не был, на молотке не был. Я понял. Подхожу такой, блядь, там они всякие. Ну да, поговорим. Мне там, блядь. Понял, куда ты повел его? Дали, нахуй. Куда? Свершилось, бля. Видел, нет? Бабу. Сейчас подожди, братчик, мы тебя перебьем. Да, сейчас одна пропала. Да, нахуй тебе нужно вообще? Да сейчас чувак договорится. И... Прикинь, у него сексуальная жизнь сегодня будет хорошая. Половая, бля. Пьяный. Поцелуй ваши звонит. Ну все, сейчас еще за жопу пощупают. Покурим. Стопудовно. Покурим. Ну сейчас он ей влупит прямо здесь, нахуй. Подъелка. Что ты за Что ты заявил, бля? Ну ладно, бля. Дай подарю тебе подсигару. Ой, хуя, бля. Нихуя, парни. Ты до сих пор мне подарок, бля. Спасибо. Это тебе. Не, Руслан, заебался. Не, сигареты, бля, чтобы не ломались. А, понял. Спасибо. Так, все, они пошли, да? Взорок мотули. И так. Сейчас, подожди, братушка. Варежку сниму, блядь. Че, они сюда? Че, опять его вышедший? А блядь, он заебал. Да он сейчас очканет к нам, подходите. Не очканет. А не, мы же подняли, нормально что. Я ее знаю. Его не знаю, его знаю. Прикуриваю давай, заебал жевать фильтр нахуй. Мочишь, блядь. Корм мочит. Че ты увел его? Братан, че за хуйня? Это другое-то. Я заезжаю, короче, вот там. Я на сутках был, короче. Братишка, на карман положи, я тебе говорю. Забудешь, конечно. Привет. Как дела? Как жизнь молодая? Да, все нормально. Все хорошо? Да, под цвет твоего покрика, слышишь? А зачем ты снимаешь? Я не поняла. Да он не снимает, у него бля, просто это, такая. Мы всю жизнь снимаем. Понятно. А зачем? Для чего? Канал, Ютуб. Чушь, а это где? Какой где? Канал? Ютуб канал. Ты нахуй хуёвший, блядь. Ютуб? Там остался. Да. Нахуй, ну. Так, что тебе рассказать? Так, у меня ребенок ходит в школу. Не надо, зачем про твоего ребенка? Не нужно ничего? Про себя расскажи лучше что-нибудь. Про себя рассказать? Я не замужем. Живу одна. Жила одна. Я вот так вот. Одна жила, да. Это неинтересно. Гульнара. Например, вот
солнышко. Тебя Гуля, подожди, стоп, стоп, машина. Тебя Гуля зовут или как? Гуль, считай. Все, что руку подаю. Вот этого я не люблю, когда тут издеваются и смеются надо мной. А кто здесь? Никто ни над кем не издевается. Смеяться это значит, что такое смеяться? Надо смеяться. Смеяться это значит праздник. Все отсюда, подстава! Я тут, здрасте! Я не люблю вообще. Давай, нормально. Лепота. Иван Васильевич меняет профессию, что ли, или как-то это? Есть такой шут. Я просто смотрю, доказываю. Да, полоски вообще. А если фотографию сделать, вообще будет отлично. Ты же видел, как я ребенка фотографировала. Ну, видел мы тогда с СССР, да? Я, конечно, не фотограф, но я просто люблю малыша фотографировать очень сильно. Вон с Олежкой Саня сфотографирует. Нет! Чего? Нет! Все, поцеловал. Как будто бы. Ладно, ночью. Замуж за меня пойдешь? О, блядь. Вот женимся с собой. А что, какой видный парень, смотри, работящий, самое главное. У меня просто эта куртка у меня. Да, и крошки посыпались. Ван Хельсинка. Откуда не возьмись? Я любого зверя убью за тебя, нахуй. Любого зверя за тебя убью. Слушай, что, пойдем, это, можно тебя попросить? Можешь меня сфоткать? Что делать? Нет, не фотографировать. Вон татарина попросит сфотографировать его. Нет, он легко, у меня конечно. А у меня ебать. А ты мне обещал, дорогой мой, любимчик мой. Ну, мой сладкий пирожок. В каком месте я тебе пирожок? Расскажи-ка ты его, любимый. Давай. Ну, понимаешь, даже не сделай. Ну, дай глазок туда и пиво делаю. Нет. Нечего? Ну, говядина, да? Да, я говядина. Садовная говядина. Которая валяется до полу, и никто его не ест. Давай, доставай, чё. Что доставать? Что достать? С какого места? Слушай, а ты всегда так снимаешь? Да? Слушай, а ты случайно... Стоять! Что случайно? Ты случайно не из ментовки? Нет. Вообще к этому никакого отношения не имею. А зачем ты тогда снимаешь? А? Зачем снимаешь? Ну, есть такой YouTube, есть такой платформа, есть каналы людей. Там кто-то смотрит там что-то там. Мы показываем жизнь обычных людей. Да? Да. Чего более? А как мне сыну вот сказать, что мы одна единственная? Что сказать? Как мне сыну объяснить это? Слушай, я не знаю. Тебе надо мужика нормально, он Олежка спасет. Да. А? Раз, нет! Не любая. У меня мама повесится. Конечно. Что ты пьешь пиво, нет?
Нет, когда мы туда что-то? Нормально, я знаю, знаю. Да? Да. А пиво я к чужим, а деле, я к чужим. Закуска где есть, это? Ну. А вы не охренели случайно, блядь, да, девушке пиво требовать? Женщина. А ты не сам обещал? Девушка, да. А мы не сам обещал? Он не требует пиво. Я к чужим, короче, я к чужим, женщинам. Я сейчас не подкатываю, Я тебя не люблю. Ты пропадал, ты скажи, блядь. Я вообще к чужим людям. Я тебя не ебала и в рот. Так дал, да? За не будешь так пыль глотать. Подположишь по красным. Я тебе подарю даже. Что такое было? Это нормально. Вот так, господа твои, спасибо. 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 Так на чем остановимся? Спасибо. Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, а мне спасибо. А вы знаете новость? Ну, знаете новость? Нет, я перед камерой нос, не пью. Это новость. Я отвернул. Здравствуйте. Олег Денюхин. Иркутский город Братск. Так, здрасте. Так, новость. Влад. Подожди. В лобяке. И вот, позвечало там. Сделали вот, сделали. 3000 километров газопровода. Газопровода сделали. 3000 километров. За 5 лет сделали. Вот представляете, Нет, я не знаю, вот, как вы. Не знаю, как вы. Не знаю, вот как вы. Это важно. Если у вас есть этим санкции. Если у вас санкции. Если у вас санкции есть на какой-то объект, на какой-то, или какие-то работы, или что-то еще. Спасибо большое, брат. И вот. Это тема серьезная. Мадам. Извините, мадам. Давайте с вами. Санкции не на арест, а вот санкции на газопровод. Вот мы 3000 километров ждем. Поедем! И там... Ну здравствуйте. Ну ладно, пусть. Дальше не скажу. Это... Романтика. Романтика. Это адекватная женщина, девушка. Нормальная, хорошая, симпатичная, красавица. Просто-напросто попалась мне. Я просто хотел ее поставить, ну с собой представить. Как что значит поставить? Загрузить в смысле, что ли? Представить сказал. Провод. Владимир Лапучин, 3000. Вы представляете? Вот, нет. Вы представляете, что такое 3000? Это Олег, что... ну давай поцелуй, что хотя бы для начала. Нет. Завтра давай. Давай. Во вторник. Сегодня, воскресенье, во вторник. И вот. Даже так, да я, в принципе, не собирался. И, короче, и вот, это самое, я, короче, как вам сказать? Надушно. Красиво. Все нормально, все, зима идет. А вот Владимир Путин приезжал к нам позавчера приезжал. Команда поднялась. Че, все, настроение поднялось, нормально? Меня предупредили, что не танцевал. Выглядит, КамАЗы молодцы. Все. Сколько у тебя? Это кармана нет. Базар ют. Я не могу на тебе ебать. Да, на угару. Капитально у меня. Скулы аж сводят тебя, да? От смеха. Вот ее прет, блядь, конкретно, блядь. Да просто мне вчера сына, блядь, по глазу ебанул, нахуй, пистолетом игрушечным. Вот до сих пор. А? Любит! У меня есть прикол, просто же
зажигалку. Ну, не, она работает не будет. Да ты можешь я... Ну я как-то ращит-то, блядь. Походу, не до дома пока. Ты там уйдешь, ты там уйдешь. Как нам весело, блядь. Ну вот, встретила друзей, хорош, нормальных. Нет, меня домой подгонять. Я сделала плохого, фиг, узнаю. Чего ты плохого не делала? Серьезно? Можно мне в снегу поваляться, что ли? Ну, ну если тебе хочется, валяйся. Мы же тебе не запрещаем. Делать мне нечего. Я еще не того. Все, будешь складывать. Ты как артиллерийский склад. Ваня, как не можно у тебя, а? Как вы в коробке? Как вы в коробке? Нет, у тебя-то я знаю. Как это твоя жизнь? Я вор. Жизнь. Может, попьем вместе с тобой? Чего? Легко? Вор, ты камеру подвесил, видишь, блядь? Легко. Нет, крадун, крадун. Извини, крадун. Я извинился, потом. Вы же надо мной смехаете. Крадун. Что ты сказал об этом? Вон! Чего он? Каким образом я на тобой смеюсь? Не-не, вот это трогать штуку не надо, она дороже, чем весь свой гардероб. Я знаю. Не хочешь, не снимайся, что проблем нет. Это же ты к нам подошла, не мог тебе. Я просто подошла, а мне человек. Ага. Дай сюда. Дай, я еще не дал, ну подожди, дорогой, а? Что-нибудь хотим, да давай. Выпиваю. Ну закрой крышку-то. Давай, а что за пиво такое? А? Крепко что такое? Ты крепко пиво пьешь? Да, охота. Охота. Дай! Ну, поцелуешь там. О, да. А сюда? Сердечко. Да, забирай мне. Я сердечко говорю. Скажи ему. Что я ему скажу? Ну, чтоб отдал. Ну, отдал, собственно. Что ты там, братан? Дай. Перезвоню сейчас, перезвоню. Отдай! Что, вы не деретесь, что ли? Я думал, вы деретесь. Братан, я что хотел спросить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что это? Что-то тут, блядь, одна пена на пену вилась. Ну поставь, я сайдом. Ни о чем не значит. Папус нет. Не, ну да, значит. Ты целоваться идешь, что ли? Да мы не будем ее. Не папус, нет. А уезжай, ворам, ебать-ебать. Что-то на самом деле. Что, братишка, напрягаешься? Не, ноги мерзли. Не, он что-то на самом деле напрягать, какой-нибудь нахуй делать. Что напрягать? Чего вот эта хуйня? Ну, я же тебя сюда не звал, зачем ты подошел? А? Ты зачем подошел? Я тебя же не звал. В смысле напрягает? За... Ну, что случилось? По кого что случилось? В плане? В плане замерзший. Не, ноги замерзли, говорю. А? Ты ешь не брат того зверя? Нет. А он говорит, это мой брат. Нет. Какой брат? Че ты врешь, ёпта? Блин, дай мне зажигалку. Вот ёлка пошла, ёпта, слышь, ёлка. Мой, надо, говорит, на могилку, говорит, ёлку, говорит, положить. Да смотри, тот другого доебал. Я тебе говорю, не крышу рвёт, ёпта. Не, братан, все нормально, что ли, бать? Нормально, что ли? Все нормально. А пум? Да, все нормально. Чипсы что, с собой утащишь, я не понял. Кого? Чипсы? А, чипсы не что, бля. Чего она делает? Чего они делают? С ума она сходит, я пчел. Ебать. Войну пограничнику ложит, блядь.
Не, ладно, пусть положит. Базаров нет. Базаров нет. Че он делает? Молодец, молодец. Правильно делаешь. Че вы сейчас? Куда? Путь дорогу держится. Так, еще раз. Куда сейчас? Да никуда, братан. Здесь пока? Да, пока в никуда. Честно. А вы что, поехали? Сейчас поедем, ну ладно. Да, замерз. Сейчас друг будет приехать. Не трогай сок, ладно? Видишь? Ну ты давай, блядь, елки, не порз здесь. На самом деле. Ты что, блядь? Сейчас обгонять. Нахуй, елки не отрывай больше. Я тут, блядь, сейчас... Хотел елку выдернуть, меня чуть не расстреляли здесь. Ты что там за возложением занимаешься? Говорит? Что делаешь-то? За папу, за брата, за дядю. Погоди, ты хоть знаешь, кому этот памятник-то стоит? Ты знаешь, кому памятник стоит вообще, девочка? А? Тебе надо вечно огонь идти, вон туда, на Сутежскую, а не сюда. За пограничником памятник. Ну что, у меня папа тоже пограничник. А, тоже пограничник? Да, да. А? Нормально. Кого? Да ничего не трогай, что он трогает? Спросил. Там уже сутены ебались, ну да. Что они там делают? Они водку пьют, а он доебался до них. Да, прикинь. Это же папа ебать. Я обещала. Он там уже второй потянулся, все, бля. Сейчас переезжайте туда, что ли? А? Туда переезжаешь сейчас, что ли? Я хуй знает. Это не прикол, это ну. Давай сейчас, друзья, давай, говорит, стакан, говорит, все будет заебись. Здорово, братан, здорово, давайте бухнем, бухнем. За встречу, ёпт. Жить, дорогой. Так что вы? Куда-нибудь сместились бы в уютное помещение, блин? Да, что? Где тепло? Нет. Где есть, блядь, скрипучий диван? Я не хочу. Ничего я не хочу. Мне плохо. Зингер, бродяга. Здорово. Здорово, ебаный. Здорово. Блять, ты сколько деньги? Здорово. Здравствуй, брат. Че, как она? Нормальная. Охренеть. Молодец. Сам авторитет Зингер, Зингер Джан. Не. Какой авторитет? Че? Прямо там это. Он вообще думал. Лёха Мухан. Че они там? Чего я хотел? Кого? Понял, понял. Вон, я не знаю. Понял, что за чахол заебись. Да нет. Че? Ебать. Вот это лучше. Олег, там она сыграла. Угородный человек, ебать. Че они там это разговаривают? Че делится-то вот там? Там-то? Да. Да там, что ж, мышка. Там трешь мишка, короче, там. По поводу. Там такая политика своя, короче, ну, своя. Да. Такая, что, кудонитальная, ну, кондитальная, кондитальная. Какая? Отнюдь, извините, пожалуйста. Будьте добры, если так любезно, если не затруднитесь, пожалуйста. Все благоволите, пойти нахуй, да? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, если вас не затруднитесь, то пожалуйста. Дайте нам, блядь, поговорить. С человеком. Я бы, говорит, послал тебя нахуй, но мне, говорит, воспитание не позволяет. Ты меня, блядь. Инженеры. Старите Вареха, здравствуйте. Я вас знаю. Вы как у нас. Как у нас. Или у вас. В инженерии вы знаете. Ладно, пока, пока. Так, так, все, да, пошли. Инженер, вы куда, блядь? Старый хер, блядь. А? Зингер, куда повел, блядь? Нет, там, Серега. Нет, нет, ну мам, да, говорю. Куда пошел, Серега? Дусин сказал. Иди. Олег! Нет, ты не давай. На юг, да. На юг. Подожди! Блядь, не могу. На сагарах. Кто там, правда, кого зовет? Его, здравствуйте. Вот, я, вот, вот, территория, вот, здравствуйте, интересно. Кто там, Зингер? Слушай, иди. А? Леха. А? Налей, ну, это, грамотно, налей, а? Вон у мужиков возьми, езжу.
Где? Где у вас? Олег, Олег, где? Где? Туптали. А не обострали. Туптали, Юг. Иван, здрасте. Иван, здрасте. Иван. Это территория, я вам говорю. Олег, взял, да? Что? Ты меня просрал идти. Да пошел пиздуна. Я взял, что надо. Иван, здрасте. Еще раз повторяю. У нас там жился территория нормальная. Ты кто это сюда? Все хорошо. Это кто? Она киле, киле. Новогоднее представление. Киле. Новогоднее представление. Вон идет. Он синий. Юкарный бабай, блядь. Да нет, да нет. Иди отсюда, я тебе говорю. Да нет, это не... Я с ним разговариваю. Не с вами урок, это мутиалак. Мне похуй вообще, иди, я тебе говорю отсюда, слышишь? Извини, пойди перед ним. Ты тоже. Лёха. Гуль, гуль, гуль. А там у тебя охрана. Какие люди в Голливуде. Знаешь, что? Что? Ой, блядь. Ой, ой, ой. Это, подожди. Подожди, что? А что случилось? Да надо. Нет, это нормально, нормально. Это паранормально. Это паранормально. Подожди-ка. Алло. Это плохо будет. Понимаешь, знаешь, как это? К чему? Пока. К чему? Пока. К чему? Это пошли! Олег! Иди. Иду, иду. Пиздюк. Олег, покажу домой. Да не надо ничего. Ты с ним хочешь? Олег, а что ты? Я тебя знаю. Все, извините, все нормально. О, задали. А что, пизля? Все, извините. Все, извините. Все, извините. Все, все, они вон они идут. Ты за ними идешь? Ты тоже за ними хочешь? Куда хочу? Когда с собой, вот. Я могу к Лёхе, могу к этому, как... Можешь ко мне татарину пойти. К этому. Можешь ко мне пойти. Татарину, тукарину. А? Слышь, можешь ко мне... Да куда хочу, когда иду? Ну, я никому не скажу. Сейчас я никому не скажу, когда иду. Давай. Короче, ладно, все ясно, равно. Блядь. Я закругляться будем, короче. Давай. В сторону дома надо будет. А что надо? А? Что надо? А что надо? Ничего не надо. Хлеб есть, ёпта, ты зрелище. Вам-то хорошо, у вас кровь играет, градус поднимается, а у меня, блядь... А он-то трезвый какой. За ёлкой поем, нет? За ёлкой, да, есть задание, короче. Ёлка, 300 рублей, блядь. Трогай там, на нахуй, не трогай там вообще никого. Там другая петля. Где, где это? Там другая. Олег, Олег, а где? Там. На энергетике? Нет, там никого, были мы сейчас. Братишка, да. А что ты это слышишь, Олег? Ты сейчас к этому Зингеру пойдешь ночевать? Ну, да, куда? Не отбивайся тогда от него, вон он стоит. Да надо. Давай, давай, не теряйся. На солоде, давай, ебать. Догоняй, догоняй. На два фотки там у них, ебать, ебать. Конечно. В десять завтра. Я сейчас... В 10, бля. Да ж, понедельник. Да, вот завтра. На ему похуй, он не понимает. Ладно, хоть ладно, давайте. Поспокойнее спал. Аккуратненько проводите время, бля. Давайте, аккуратненько. Да. Дорогу не перебегайте, по пешеходке ходите. А что так вот? Много не пейте, мало тоже. Ауе, ебать, ебать. Вот там, для лучше. Ладно, удачи. Давайте, ребят.